Добрый вечер еще раз. Ну, начнем наш сегодняшний вебинар, потому что на самом деле сегодня будет очень много интересной, полезной информации. И я рада приветствовать вас сегодня. Мы с вами давно уже не встречались, и в наше такое непростое время важно, чтобы мы с вами были на связи. Поэтому, наверное, начну самого важного, наверное, что волнует всех сегодня, это то, что происходит в компании, в каком мы сейчас состоянии, и будут ли какие-то серьезные изменения. Ну, изменения, конечно, у нас есть, но начнем, наверное, с положительного. Это то, что компания успела в прошлом году, до Нового года, закупить большое количество комплектующих. И поэтому само производство оборудования, оно не будет останавливаться, оно будет продолжаться в штатном режиме. И тех закупок, которые у нас хватит, минимум, самый минимум на полгода, или, может быть, даже на большее количество времени. Все зависит от того количества оборота, которое будет. Если товарооборот у нас возрастет, то хватит на полгода. Если, как скажем, мы будем работать в том же темпе, который был сейчас, то это хватит значительно на дольше. Но даже то, что это имеет какой-то срок, на самом деле хочу успокоить вас всех, мои дорогие партнеры, в том, что компания сейчас изыскивает другие возможности закупки комплектации и новых возможностей производства. И я думаю, что в ближайшие 3-4 месяца мы это решим. И тогда уже, в принципе, вопросов про самого производства уже стоять не будет. Так как наша компания с 93-го года переживала множество различных кризисов, и в этих кризисах мы всегда находили пути решения, то, как скажем, производственные процессы мы останавливать не собираемся и сделаем все для того, чтобы они продолжались. Но это касается непосредственно нашей продукции. Как вы знаете, в нашей компании присутствует продукт не только нашего производства, но также и сопутствующие товары, производителями которых являются другие производители. Очень качественные, хорошие производители, но, так скажем, у них свой взгляд на нынешнюю ситуацию. И, соответственно, поэтому, предположим, в депульсах, депульса за 84 тысячи, на территории России больше не будет, будет только дорогая версия. Потому что, ну, как бы производитель в данный момент времени, как он мне сообщил, он не имеет возможности поставлять нам, скажем, товар потом по тем ценам, которые он поставлял ранее. А также такой же негативный момент у нас касается и деликсиров. Деликсиры, конечно, производятся, и на них пока цены в Европе не изменились, но сама транспортировка деликсиров в данный момент времени с территории Европы, соответственно, невозможно. Компания не смогла завести их много в зимний период времени. Это было связано именно с климатическими условиями, потому что перевозка обычно идет наземным транспортом всех жидкостей, а зима в этом году была холодная, и мы не стали закупать большие партии для того, чтобы привозить их зимой, для того, чтобы товар был качественный. Но, к сожалению, в марте, когда все потеплело, мы уже не смогли это сделать. Но я думаю, что все-таки те события, которые есть, они будут иметь какое-то логическое завершение. И я надеюсь, что к лету данный товар уже все-таки появится в России в том числе. По другим сопутствующим товарам, как Деаква, в наличии есть, и мы успели получить большую партию товара в январе месяце. Поэтому этот товар есть, и он, в принципе, будет в наличии в любом количестве. Пока еще присутствует товар Денорма, но так как он тоже европейского производства, то через какой-то промежуток времени он тоже может закончиться. В связи с обстоятельствами от нас независимыми, европейские качественные продукты,
компании будут отсутствовать минимум до лета. Ну, я надеюсь, что все-таки к лету мы эту ситуацию решим. А продукт The Matrix, новый продукт The Matrix, мы его также, как вы понимаете, успели закупить все необходимое в декабре месяце. Этот товар есть в любых количествах. И именно об этом новом продукте я сегодня буду говорить с вами более подробно, потому что продукт оказался новым, очень эффективным. Может быть, не все еще понимают высокую его результативность и ценность, и поэтому сегодня я постараюсь уже рассказать вам о тех практических результатах, методах, которые были, потому что то я вам в декабре рассказывала, в принципе, то, что я туда заложила, сегодня я вам расскажу уже об определенных изменениях, которые происходят в жизни людей благодаря этому продукту. Ну, это вот то, что касается самого жизненного необходимого. Также хочется сказать по тем старым продуктам нашим, которые существовали. Старый Energy после 2 лет уже введения в жизнь нового Energy 8, он уже снят с производства в компании, он выпускаться не будет. И, соответственно, те продукты, которые еще есть на складах, они будут продаваться. Но в компании этого продукта уже нет. Также в этом году планируемо уходит из, так скажем, ассортимента компании старые базовые приборы. Об этом мы уже говорили, в принципе, 2 года назад, даже уже почти 3 года назад. Говорили, что данный продукт будет исчезать в связи с тем, что мини-приборы являются более современными, более функциональными. Вот. И базовые, они как бы уже обладают меньшим спросом, и, соответственно, как модели, которые существовали в нашей компании уже больше 10 лет, это, на самом деле, рекордсмены, которые у нас были. Если так посчитать, эта модель у нас была в компании почти 15 лет. То есть любая техника за этот период времени устаревает. Обновлять эти приборы уже крайне сложно и нецелесообразно, поэтому в этом году эта модель будет постепенно уходить. Поэтому те акции, которые существовали на базовые приборы, они также уходят из нашего списка. Особенно, так скажем, дешевая модификация, поскольку сейчас техника вся дорожает, и продавать приборы с большой скидкой, это, в принципе, сейчас нереально. Поэтому та акция, которая существовала достаточно длинный промежуток времени, А базовый плюс А, ритм базовый со скидкой, она уже ушла с февраля месяца. До конца марта будет существовать акция базовые приборы А плюс ритм и в подарок Energy. После, с 1 апреля эта акция также уже уйдет из ассортимента и будут все 3 прибора в наличии для тех, кто их хочет купить. То есть А базовый, ритм базовый, они будут продаваться какой-то промежуток времени, пока полностью не исчезнут из складов компании. Запасы небольшие, поэтому я думаю, что до конца года, может быть, до февраля или до сентября, они уже все исчезнут. Поэтому тем, кто хочет все-таки их купить, то рекомендую сделать себе какой-то запас, потому что их в наличии осталось, ну, как бы совсем немного. Вот. Все остальные приборы есть в полном ассортименте, в полном наличии, и их будет достаточное количество, производство идет и не остановлено. В данный момент времени я не объявляю ни о каком подорожании. Мы смотрим и наблюдаем за теми событиями, как происходит. Мы не хотим в нашей компании поддаваться какой-либо панике. Цены выросли, да, цены выросли не только в России, цены выросли и на мировом рынке. Но для начала хочется понять ту ситуацию, в которую, точку, в которую мы придем. И уже потом, исходя из этого, принимать какие-либо решения. Принимать решения в суете, в панике в нашей компании не принято, и мы этого делать не будем. Поэтому в данный момент времени мы заботимся не просто о бешеной какой-то, так скажем, поднятии цен или суете, мы с вами больше думаем о развитии и о бизнесе. Именно об этом я хотела бы поговорить с вами, наверное, в первую очередь. Потому что сейчас
достаточно сложное время. Все люди, во-первых, стремятся сделать какие-то вложения, какие-то запасы. Время, когда люди сильно нервничают, теряют работу, и им всегда нужна какая-то возможность, может быть, дополнительного заработка или, может быть, обеспечения безопасности своей семьи. То есть сейчас рынок труда, к сожалению, так же лихорадит, как и политическая обстановка. Да? Поэтому, чтобы поддержать всех наших партнеров и дать вам возможность, во-первых, дополнительного заработка, во-вторых, дать вам понимание того, что компания всегда думает и заботится о вас, мы решили начать с вами конкурс, который, на мой взгляд, это выигрыш в выигрыше. То есть как бы тройной результат от любых действий, да? То есть это конкурс партнеров, которые могут претендовать на звание партнер месяца и в конце этого года партнер года. Как вы знаете, мы много лет уже каждый год объявляем партнера года. И это становится самый уважаемый, самый известный, самый активный партнер, который проявил себя уже и на уровне компании, и на уровне регионов, и который показывал всегда большие результаты в компании. Но в этом году мы решили дать возможность любому человеку в компании, даже новичку, который еще только пришел, и которого еще, может быть, никто не знает, но который горит желанием показать себя, свои результаты, свою команду, непосредственно, чтобы его увидели. Вот для именно таких людей мы создаем этот конкурс. Что же это за конкурс? На самом деле наши европейские партнеры попробовали этот конкурс уже в прошлом году. Он показал себя очень положительно, потому что в этом конкурсе, наверное, есть, как это скажем, победители, но нет проигравших. Проигравшими могут только быть только те, кто ничего не делает. Поэтому в этом конкурсе все зависит непосредственно от человека, от его работы и от его стараний. Что же это за конкурс? То есть каждый человек, который, неважно, он вошел в этом году, в прошлом году или в каком-то другом году, он может участвовать в конкурсе. И в конкурсе будет считаться прежде всего тот товарооборот, который этот человек сделал со своей командой. То есть его товарооборот и товарооборот его первой линии. То есть чем больше этот товарооборот, тем, соответственно, лучше его результаты. И из всех людей, которые участвуют в этом конкурсе, будет выбираться 5 призовых мест. И первые 4 места, они будут награждаться, так скажем, ценными подарками и баллами. Подарки вы уже видите. Единственное, здесь мы, наверное, в рамках именно Российской Федерации мы заменим деликсиры на другие продукты. Возможно, мы заменим это сейчас на какие-то другие продукты из тех, которые есть, поскольку сейчас видоизменяется именно сам модель деликсира. Поэтому, но по сумме баллов, по сумме подарка это будет приблизительно идентично. Поэтому посмотрите, и, соответственно, мы потом уже выбираем то, что вам будет нравиться. Я уверена, что подарки получать, какие бы они ни были, всегда приятно и всегда интересно, потому что этот подарок, во-первых, вы можете использовать для себя, для своей семьи, во-вторых, вы можете его просто продать, и это, соответственно, дополнительные деньги. Поэтому первые 4 места награждаются ценными подарками. 5-е место получает 1 балл. При подсчете всех, так скажем, людей в этом конкурсе, победителем в конце года будет являться человек, который набрал в течение всего периода до 1 января, то есть до конца декабря месяца этого года, максимальное количество баллов. То есть если какой-то человек в этом месяце сработал и получил 1-е место, это 5 баллов, в следующем месяце он, предположим, был в отпуске или продал не очень много и получил 1 балл,
Все это будет суммироваться, и в итоге, в конце года, мы будем подводить итоги по всем баллам. Все баллы будут в общем доступе, вы будете все видеть свои рейтинги, вы каждый будет вести свой подсчет, что данная информация будет полностью открыта в нашей компании для того, чтобы вы, как в спорте, видели свое движение, видели тех, кто вас обгоняет, и чтобы у вас всегда был дух соревнования. И, соответственно, точно так же, как в спорте, в конце года мы сделаем не просто партнер года, как это всегда было один, а у нас будет три места. Первое, второе, третье. Для тех партнеров, которые были в этом году максимально активны. И именно в этом мы дадим призы, уже действительно выраженные в валюте, в эквиваленте, в виде бонусов, которые вы также получите на свой счет. И на самом деле мне кажется, что участие в этом конкурсе, оно дает человеку, ну, как я уже сказала, выигрыш в выигрыше. Во-первых, вы делаете свой бизнес, вы продаете оборудование и получаете все вознаграждения, предусмотренные нашим маркетингом. А новые люди, которые сейчас входят как welcome business, как вы знаете, имеют дополнительно возможности фаст-трека. То есть это дополнительная возможность. То есть вы делаете свой бизнес и получаете достаточно большие вознаграждения. Но плюс к этому, участвуя в этом конкурсе, вы за эту же работу можете получать и дополнительные подарки ежемесячно, и также большое вознаграждение в конце года. Поэтому я думаю, что здесь все дело в вашем желании и в ваших возможностях. Поэтому партнер года считается легко и понятно. И это своеобразное как бы поднятие непосредственно действительно по лестнице. Потому что каждый месяц места могут колебаться, и будет совокупный результат, который потом уже будет непосредственно считаться в итоге. И на любом повороте самый активный партнер может всегда обогнать тех, кто был, и получить первое место и максимальные подарки за это первое место. Поэтому все в ваших руках, мои уважаемые партнеры. Я думаю, что подобные подарки в такое сложное время, они вдвойне приятны, потому что вы можете также стимулировать своих партнеров, давать им возможность дополнительного дохода, дополнительного заработка. И при этом, распространяя нашу продукцию, как всегда, мы будем получать большое спасибо от тех людей, которым вы помогаете решить их проблемы со здоровьем. Потому что в этом случае наши приборы, как вы знаете, помогают и при сильных стрессовых состояниях, помогают справиться с различными инфекциями, паразитарными формами и давать возможность человеку в любых экстремальных ситуациях сохранять спокойствие, сохранять здоровье не только себя лично, но и своих близких, своих детей, что на самом деле крайне важно в любых стрессовых ситуациях, в любых кризисных ситуациях. Основная задача, на самом деле, наша с вами, это сохранять максимальное спокойствие и трезвость осознанности. Поэтому я также рекомендую в данной ситуации включить осознанность тех возможностей, которые дает сейчас наша компания, и получать подарки не только в материальном виде, но и в денежном эквиваленте. Поэтому все в ваших руках, стремитесь к новым вершинам, стремитесь к новым результатам. И сразу возникает вопрос, что нужно для этого? А для этого нужно просто заполнить вот такую форму участия именно для российских партнеров, где вы указываете, что вы хотите, участвуя в этом конкурсе, указываете свой логин, и в этом случае уже администрация компании будет вести учет. В связи с тем, что конкурс стартовал в нашей компании с 1 февраля, и в Европе он уже идет, но мы у себя не успели это ввести с февраля месяца, поэтому для российских партнеров
в конце марта будет подсчитываться результаты за 2 месяца. Поэтому смотрите, пишите заявление в компанию, и в конце марта мы будем рады видеть наших первых победителей, наших первых призеров. И, конечно же, я хочу, чтобы именно о проведении этого конкурса и о том, какие он дает результаты, вам рассказали наши друзья, наши партнеры, наши директора Кипра и Греции. Это Василий с палеологу, Агнешка Залеска. Они расскажут вам и поделятся своим опытом, а также расскажут о том, как все-таки идет наше развитие компании в Европе. Потому что, несмотря на все политические события, мы продолжаем свою деятельность. И, как я уже сказала, никаких сворачиваний производства в близком будущем мы не планируем. Мы только в любых кризисных ситуациях находим наши новые возможности. А я с вами не прощаюсь, я вернусь к вам после Василиса и Агнешки для того, чтобы рассказать уже непосредственно тонкости применения нашего нового продукта D-Matrix'а. Поэтому встречайте моих любимых Василиса и Агнешку. Καλησπέρα, Олюш. Добрый вечер, дорогие друзья. Τα λέμε και σήμερα και έχουμε έτσι να πούμε κάποια θέματα που πιστεύω θα σας ενδιαφέρουν όλους. Και πρώτα απ' όλα, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε σε όλους είναι ότι εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας χωρίς κανένα... Дорогие друзья, уже надеюсь, что это войдет в нашу традицию, что один раз в месяц будем встречаться с вами, чтобы рассказать вам, как продолжаем нашу работу здесь, в остальном мире. А, конечно же, продолжаем без никаких остановок. Тон προηγούμενο мина στην Ευρώπη, ανακηρύξαμε κάποιους νικητές από τον διαγωνισμό που κάναμε συνεργάτες του μήνα, συνεργάτες του χρόνου, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπως θα δείτε, οι νικητές αυτοί είναι από διάφορα μέρη του κόσμου. Посмотрите, пожалуйста, наш конкурс, о котором сегодня говорила Татьяна, он в мире продолжается, и мы уже объявили за месяц февраль наших победителей. Смотрите, пожалуйста, и обратите внимание, что победители в феврале для остального мира каждый с другой страны. Ας πούμε, η Δωροθέα, η οποία βγήκε πρώτη, είναι από την Βουλγαρία. Είναι δικηγόρος, είναι 1 χρόνο στην εταιρεία, έχει γίνει ήδη Gold Master και φυσικά έχει στόχο να γίνει Diamond Master. В Европе первое место в феврале заняла Доротея Смиленова, которая живет в Болгарии, которая уже золотой мастер, и, конечно, она мечтает быстро стать бриллиантом. Και βέβαια έχουμε το βράδυ και ένα πολύ ωραίο ραντεβού με κάποιο δίκτυο της Δωροθέας, μια άλλη Βουλγάρα η οποία ζει πλέον στην Ισπανία, η οποία θέλει να ξεκινήσει πολύ δυναμικά την ισπανική αγορά. Έτσι είναι τα δίκτυα, έτσι είναι η τεχνολογία μας. Μπορούν να πάνε σε όλο τον κόσμο, ο ένας με τον άλλον. Αυτή η τεχνολογία πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον για όλους. Δωροθέα успешно развивает свои структуры в Болгарии и сейчас начинает развивать свои структуры и в Испании. Потому что вот такая наша компания. Наша компания не нуждается в границах, не нуждается в языках. Сами технологии говорят сами за себя. Η δεύτερη θέση ήταν ο Δημήτρης από την Αίγυπτο. Η τρίτη θέση ήταν η αγαπημένη μας γιατρός η Βέτα από την Λετωνία. Τέταρτη θέση η Τατιάνα. Πέμπτη θέση η Κύπρος. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο κουνάς. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν άτομα τα οποία είναι όλα από διαφορετικές χώρες και αυτό έχει την αξία του. Второе место занял Димитрис, который возглавляет структуры в арабских странах и сам из Египта. В феврале его жена была в Алжире, дорогие друзья, поэтому тут тоже нету границ и нету языков, и технологии говорят сами за себя. Третье место заняла наш врач, прекрасный
с прекрасными результатами, но тоже и человек бизнеса, Ивета Палена из Латвии. Четвертое место, наша любимая из Крети, Татьяна Карпова. И пятое место, Кипр. Кипр и Андрей Панайоту. Как видите, у нас самые лучшие в феврале победители конкурса в остальном мире, каждый с другой стороны. Και βέβαια, επειδή έχουμε χωριστεί σε διάφορα τμήματα, υπάρχει και το τμήμα της ΔΕΤΑΕΛΙΣ που έχει σχέση με τις γερμανόφωνες χώρες. Εκεί λοιπόν την πρώτη θέση την πήρε η αγαπητή μας φίλη, η οποία είναι από την Αυστρία. Και οι άλλες θέσεις εδώ, όπως βλέπετε, είναι θέσεις που είναι από άτομα τα οποία ζουν στη Γερμανία. Είναι λοιπόν οι γερμανόφωνες αγορές, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία, που όλοι συμμετέχουν πολύ δυναμικά και μάλιστα έχουν μεγάλη ανάπτυξη αυτές τις χώρες. Так как страны немецкоязычные, Германия, Австрия, Швейцария, они делают очень значительный оборот, мы решили в этом конкурсе отделить вот эти страны от остального мира. Поэтому мы будем всегда награждать каждый месяц, как бы сказать, трижды. В России, в остальном мире и, конечно, в Германии и немецкоязычных странах. И в феврале в этой группе первое место заняла Патриция Селлингер, платиновый мастер из Австрии, а остальные места заняли немцы, в том числе и платиновый мастер нашелся в этой группе, и простой мастер, потому что, так как Татьяна Петровна сказала, это конкурс для всех, независимо от квалификации, в которой находятся. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σαν εταιρεία είμαστε μια πολυεθνική εταιρεία, είμαστε μια διεθνής εταιρεία που αναπτύσσεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και επειδή έχουμε ήδη διαγράψει μια πολύ μεγάλη πορεία πίσω μας, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και να συνεχίσουμε αταλάντε αυτή την αποστολή μας. Как видите, даже сам конкурс показывает, что мы компания очень международная. Мы развиваемся в многих странах мира, и мы это делаем не какие-то месяцы, а достаточно много лет. Поэтому все настроены дальше развиваться, дальше покорять весь мир и устремлительно предлагать наши технологии. Θα λέγει κανείς ότι σήμερα στον κόσμο υπάρχει μια αναστάτωση, υπάρχουν κάποια εμπόδια. Όμως, αγαπητοί φίλοι, αν κάποιος είναι σε έναν δρόμο που δεν συναντάει μπροστά του εμπόδια, το πιο πιθανό είναι ο δρόμος αυτός να μην οδηγεί πουθενά. Дорогие друзья, все сейчас видим препятствия. Они множатся каждый день перед нашими глазами. Но дорога без препятствий чаще всего ведет никуда. Дорога, которая имеет препятствия, она ценная. Ценная, потому что мы эти препятствия преодолеваем. Поэтому она на своем конце имеет успех. Αν λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν εμπόδια στον δρόμο και ότι η κατάσταση ίσως δεν είναι και τόσο εύκολη, εμείς από την πλευρά μας, σαν επιχειρηματίες, σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν τα λύσκονται, θα πρέπει αντί να ευχόμαστε να γίνει η κατάσταση πιο εύκολη, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ευχόμαστε να γίνουμε εμείς καλύτεροι, ώστε να μπορούμε να ξεπερνάμε τα εμπόδια. Και αυτή είναι η πρόκλησή μας. Поэтому, дорогие друзья, нам, как бизнесменам, как партнерам, как людям бизнеса, как людям, которые несут миссию нашей компании, не надо говорить про препятствия и не надо видеть этих препятствий, а надо прежде всего думать, как мы можем помочь нашим клиентам и нашим партнерам преодолеть эти препятствия, как мы можем статься лучшими людьми и показать нашу целеустроенность другим. Στον κόσμο αυτό ήρθαμε για να γίνουμε ο καθένας η καλύτερη βερσιόν του εαυτού του, να εξελίξουμε τον εαυτό μας. Και κανένας ναύτης ή κανένας καπετάνιος δεν εξελίσσει τις δυνατότητές του όταν υπάρχει ηρεμία. Όλα εξελίσσονται όταν υπάρχει καταιγίδα. Άρα λοιπόν ας προχωρήσουμε όπως και να έχει το πράγμα. Мы на этот мир пришли, чтобы прежде всего быть
показать, что мы люди добрые, что мы люди, которые развиваемся, что мы люди, которые в постоянном развитии и духовном, и этическом, и эмоциональном, и профессиональном. И есть каждый капитан не покажет и не докажет другим, что он хороший капитан, если воды спокойнее. Он может показать, что он капитан для своих партнеров и клиентов, когда гроза на море. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές τις στιγμές πρέπει όλοι να γυρίσουμε στην ταυτότητά μας. Πρέπει όλοι να γυρίσουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς μας, που είναι η αποστολή μας. Για ποιο λόγο είμαστε εμείς εδώ, αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Η απάντηση είναι ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε το καλό στους ανθρώπους. Για ποιο λόγο είναι άλλοι εδώ, εμείς δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως για ποιο λόγο είμαστε εμείς εδώ. Дорогие друзья, и вот в такое время, в непростое время, нам надо вернуться к нашей миссии. Миссия нашей компании. А миссия нашей компании – нести людям добро, нести людям здоровье, нести людям благополучие. И давайте задуматься, что вот может и пришло сейчас время, что наша миссия особенно важна. Και υπάρχουν τρεις άξονες, υπάρχουν τρία πεδία όπου αναπτύσσεται αυτή η αποστολή μας. Το πρώτο πεδίο είναι το κομμάτι της υγείας. Θέλουμε να κάνουμε τους ανθρώπους περισσότερο υγιείς, να έχουν πιο καλή υγεία, να παίρνουν λιγότερα χημικά φάρμακα, να έχουν ολιστική νοοτροπία στην προσέγγιση της υγείας. Άρα λοιπόν η υγεία. Давайте разберем нашу миссию. Нести людям здоровье. Нести людям возможность не употреблять слишком много лекарств. Найти причины своих болезней. Делать профилактику здоровья. Чувствовать себя сильным и полным энергии и жизни. Вот это первый кусочек, как нести людям добро. Και ας πούμε δύο πράγματα για την τελευταία σειρά που φέραμε, τη σειρά The Matrix, την οποία την ξεκινήσαμε εδώ και δύο μήνες και ήδη έχουμε τα πρώτα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Θα σας πούμε έτσι ένα παράδειγμα από δύο βασικά The Matrix, στην υγεία του άντρα και την υγεία της γυναίκας, από συνεργάτες και πολύ καλούς φίλους, που είναι πολύ ενθουσιασμένοι και μας είπαν την προσωπική τους εμπειρία. Про The Matrix будет в обучении говорить наш директор компании Татьяна Петровна, изобретатель этого продукта. Но мы хотели уже сказать, смотрите, два месяца в нашей компании находится этот чудесный продукт, а мы уже имеем отзывы, очень серьезные отзывы, подтвержденные изменением состояния здоровья. А прошло только два месяца. А что, не ядрики или гинекологи? Ωραία, άρα λοιπόν ξεκινάμε με το πρώτο παράδειγμα. Ένας λοιπόν πολύ καλός μας φίλος και συνεργάτης τον τελευταίο δύο χρόνια είχε πρόβλημα με προστατήτιδα και αυτό του δημιούργησε και θέμα με τη στήση. Δεν μπορούσε να κάνει εύκολα την ερωτική πράξη. Один из наших дорогих партнеров уже два года имеет проблему с простатитом. Он лечится, конечно. Наши программы и наши технологии ему очень помогают, но не помогали ему в одном моменте. В моменте его возможности, сексуальной возможности. Καταπολέμησε την προστατήτιδα με το DeVita App, γιατί βρήκαν ότι βασίζεται στο E-coli που υπήρχε εκεί και όντως υπήρξε αποτέλεσμα στην προστατήτιδα, όμως το θέμα με τη στήση έμεινε. Бактерии и коли, которые были причиной этой простатитиды, прекрасно он удалил при помощи мини-апа. С мини-ритмом регулировал все мочеполовые органы. Но проблема возможностей сексуальных у него так и осталась. Δοκίμασε λοιπόν το The Matrix και μας είπε ότι μετά από ένα μήνα χρήσης άρχισε να βλέπει πάλι ότι επανήλθε ο παλιός καλός του εαυτός. Αυτό φυσικά το ανέβασε πάρα πολύ την ψυχολογία, ανέβασε και την οικογενειακή ψυχολογία και την ψυχολογία της γυναίκας του φυσικά. Ο άνθρωπος απέκτησε πάλι μια ποιότητα ζωής που πάντοτε ήθελε. Και αυτό ήταν χάρη στον The Matrix. Και μας είπε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον The Matrix. После месяца использования, вот именно The Matrix здоровья мужчин, у него вот этот последний кусочек проблемы решился. И он в конце... Прежде всего, психологически себе чувствует прекрасно,
и чувствует, что он полностью выздоровел. Στη συνέχεια να πούμε τώρα για μια άλλη φίλη και συνεργάτητα, η οποία είναι Platinum Master, είναι πάρα πολλά χρόνια στην εταιρεία μας, πάρα πολύ δυναμική συνεργάτητα, η οποία δεν είχε περίοδο για τους τελευταίους 4 μήνες. Второй пример, дорогие мои друзья, это пример нашего партнера, женщины, платинового мастера, которая уже вошла в период климакса и которая уже не имела вообще периода больше 4 месяцев. Άρχισε λοιπόν να χρησιμοποιεί το The Matrix και ό του θαύματος της επανήλθε η περίοδος της και μάλιστα επανήλθε κανονικά. Δηλαδή πάλι μετά από το διάστημα πρέπει να ήρθε, ήρθε και δεύτερη φορά. Πραγματικά είναι τόσο ενθουσιασμένη που μπορώ να πω ότι το The Matrix έχει γίνει το καλύτερο της προϊόν. Προχτές έκανε μια νέα παραγγελία από 30 τεμάχια The Matrix. Αυτό είναι, όταν βλέπεις το αποτέλεσμα, αυτό το πράγμα κάνει και τις πωλήσεις. И вот именно два месяца использования кулона здоровья женщина вернуло ей период. Вернуло ей цикл, и сейчас последние анализы гормональные показали, что еще не пора на климакс, что еще есть время. И это тоже очень важный результат. И, конечно, вот такие люди, люди, которые уже почувствовали первый результат, они наши самые лучшие продавцы. Это люди, которые с энтузиазмом предлагают новый продукт The Matrix в своей среде. И это, конечно, радует, потому что наш первый кусочек нашей миссии, которая говорит «несите добро», это «несите здоровье». Ευχαριστούμε λοιπόν την Татьяна Καναπλёва για αυτό το καταπληκτικό προϊόν, το οποίο βέβαια εμείς ξέραμε ότι είναι αποτελεσματικό. Ας μπει και το βίντεο εδώ μέσα, παρακαλούμε. Пожалуйста, Валентин, включишь нам видео, если можешь. Конечно, мы знали, что это прекрасный прибор, и мы прекрасно знали, что он даст результаты, но у нас тоже и эксперименты сделали наши партнеры. Εμείς λοιπόν κάναμε τεστ όταν το παραλάβαμε τη μέθοδο της ραδιαισθησίας με τη ραβδοσκοπία, που απλά βλέπει τις δονήσεις στο χώρο. Βλέπετε λοιπόν πώς αντιδράει το μηχάνημα. Дорогие друзья, самый простой тест, который могут сделать все, при помощи метода радиоэстезия, беря эту палочку, которая, кажется, по-русски называется родоскоп, я не уверена, и смотрите, пожалуйста, как показывает родоскоп, как он двигается, когда он видит кулон, как останавливается моментально, когда мы этот кулон прикроем металлическим пакетиком. Вот это самый простой тест, который всем вашим клиентам, которые могут не верить или есть какая-то реакция этого кулончика, вот можно таким способом показать. Και εμείς αυτό βέβαια το τσεκάραμε, είδαμε ότι λειτουργεί. Εμείς ποτέ δεν αφήνουμε κάτι χωρίς να το σιγουρευτούμε οι ίδιοι, γιατί θέλουμε οι πελάτες να είναι ευχαριστημένοι και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες για αυτήν την καταπληκτική τεχνολογία που είναι τσεκαρισμένη πλέον. И, дорогие друзья, поэтому мы, которые знаем прекрасно нашу компанию и знаем, что обязательно продукт этой компании принесут результат, это одно. А сейчас этот эксперимент показывает и этим всем клиентам, которые могут во-первых, нашим словам не поверить, что есть к этому и простые доказательства. Έχουμε λοιπόν ολοκληρώσει ένα καταπληκτικό σύστημα, το οποίο απαρτίζεται από όλα αυτά που πρέπει να υπάρχουν για να υπάρχει ολιστική προσέγγιση στην υγεία. Εξωγενής βιοσυντονισμός με συχνότητες, ενδογενής βιοσυντονισμός, φορητό BRT που δεν υπάρχει πουθενά αλλού, και The Matrix, μια μέθοδος που έχει 5 διαφορετικά συστήματα. Όλα μαζί είναι η τέλεια προσέγγιση στην ολιστική υγεία. Смотрите, дорогие друзья, как мы прекрасно дополнили The Matrix наш холистический подход к здоровью, предлагая людям и экзогенный биорезонанс, и классический биорезонанс БРТ, а также и информационный кулон, который содержит в себе и информацию частот, и информации гомеопатии. Это просто
великолепное создание полной холистического подхода здоровья. Άρα λοιπόν το πρώτο πεδίο που κάνουμε καλό στους ανθρώπους είναι το πεδίο της υγείας. Το δεύτερο πεδίο είναι το πεδίο της ευημερίας. Μέσα από την πρόοδηση αυτής της τεχνολογίας δίνουμε στους ανθρώπους δυνατότητα να εξοικονομήσουν χρήματα. Το χρήμα είναι πραγματικά χρήσιμο γιατί είναι ενέργεια και για να κάνουμε το καλό στους ανθρώπους πρέπει να έχουμε και χρήματα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό το κομμάτι της ευημερίας και γι' αυτό ξεκινήσαμε και φέραμε το Fast Track Bonus. Дорогие друзья, но наша миссия – это нести добро, тоже как благополучие, тоже как экономическую независимость. Потому что деньги – это энергия, это позитивная энергия, которую мы должны обменяться, чтобы чувствовать себя на высоких вибрациях. Поэтому Fast Track – это новые изобретения в нашем маркетинг-плане, которые еще больше дают побольше возможностей всем новым партнерам, которые сейчас хотят с нами нести эту нашу миссию, вот дать возможность дополнительного заработка, быстрого чувства, что то, что они с нами несут эту миссию, им оплачивается и меняет их уровень жизни. Το Fast Track είχε τέτοιο αντίκτυπο στους συνεργάτες στην Ευρώπη, που όλοι πλέον ξαναβγάζουν για τον εαυτό τους, πέρα από το συστήνω στους άλλους, τριπλό κωδικό, προκειμένου να μπουν οι ίδιοι στο Fast Track και φυσικά αν κάποιος έχει spillover δυνατό, δυνατή γραμμή και το βάλει στο αδύνατο του πόδιο, κερδίζει ακόμα περισσότερο. Το θέμα είναι ότι όλος ο κόσμος στην Ευρώπη, όλοι οι συνεργάτες, ξανακάνουν welcome business για να κερδίσουν τα διπλάσια χρήματα από το Fast Track. Не знаю, как у вас, дорогие лидеры в России, но у нас в Европе все лидеры, которые уже на высоких квалификациях, заново вошли в систему. Заново, чтобы почувствовать вкус Fast Track, чтобы почувствовать добавительные, приятные вознаграждения за то, что они зашли заново welcome business и автоматически зашли в конкурс Fast Track. Άρα λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε τρία πεδία δραστηριότητα. Το ένα ήταν η υγεία, μιλήσαμε γι' αυτό. Το δεύτερο, η ευημερία, το αναφέραμε και αυτό. Το τρίτο, ποιο μπορεί να είναι? Дорогие друзья, про Fast Track вы сможете уже недолго почитать и иметь как инструмент все подробности в новом издании маркетинг-плана, потому что мы, конечно, не забываем об этом, чтобы вы имели инструменты. И уже очень скоро вы в руках будете иметь новое издание маркетинг-плана, где там подробно будет написано и про Welcome Business, и про Fast Track. Но мы говорим про миссию сегодня. Есть еще третий кусочек этой нашей миссии – делать добро в духовном уровне. Θυμάστε ήδη, πιστεύω, οι περισσότεροι από εσάς και στη Ρωσία και στην Ευρώπη, ότι κάναμε το πρόγραμμα «Πέμπτο στοιχείο» με τη συμμετοχή επίλεκτων ψυχολόγων, όπως του κύριου Γερεμένκο, όπως της κυρίας Ελινά και άλλων, με το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα, το οποίο η εταιρεία το έδωσε δωρεάν σε όλους τους συνεργάτες της, σε όλο τον κόσμο. Дорогие друзья, и наша компания не забывает тоже о нашем внутреннем развитии, нашем развитии, чтобы мы могли нести это добро. Не знаю ли вы помните, но в 19 и в 20 году у нас, например, в Европе, а тоже это было в России, мы уже сделали прекрасные вебинары и прекрасные встречи, семинары, обучения под названием «Пятый элемент», где прекрасные преподаватели, такие как Олег Еременко, Ирина Ильина, как наш дорогой доктор Александр Семени, показывали нам внутренний путь развития. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι της αποστολής μας. Γι' αυτό ακριβώς το κάναμε ήδη σαν εταιρεία. Το θέμα δεν είναι μόνο να βάλουμε τις σωστές συχνότητες στο σώμα μας. Το θέμα είναι εμείς οι ίδιοι να δουλέψουμε και με τις σωστές συχνότητες στο πνεύμα μας και στη συνείδησή μας. Дорогие друзья, это быть человеком компании Data Elis, это не только ставить программы, которые
делают наш организм здоровым и работающим на соматическом уровне направленных частотах. Это тоже работать с нашим внутренним миром, чтобы мы отдавали высокие частоты и своим существованием. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε, να ξεχωρίσουμε δηλαδή το ένα από το άλλο. Να έχουμε μόνο τις συχνότητες, αλλά εμείς σαν συνείδηση να δονούμαστε σε χαμηλά επίπεδα συχνοτικά. Αυτό δεν γίνεται. Η αποστολή μας είναι όλα μαζί. Όχι το ένα, ούτε το δεύτερο, αλλά και τα τρία μας. Наша миссия не только иметь в состоянии свой организм здоровья и высоких частот. Наша миссия – это иметь тоже свое «я», свой внутренний мир, свой духовный мир на высоких частотах. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στον κόσμο κυριαρχεί η αναστάτωση και ο φόβος. Δηλαδή, η συνείδηση των ανθρώπων είναι σε χαμηλές συχνότητες. Στις συχνότητες του φόβου, του θυμού, της υπερηφάνειας, της λύπης, της απάθειας, της ντροπής. Χαμηλές συχνότητες που χαλάνε τη συνείδηση του ανθρώπου, χαλάνε τον ιστορικό άνθρωπο. Σήμερα, особенно сегодня, во всем мире, и в вашей стране, и в других странах, люди, большинство людей живут в страхе, в апатии, в горе, в злости. И это низкие частоты. Это частоты, которые отдают и делают только вред всем, которые вокруг них. Εμείς θέλουμε να ανεβάσουμε τις συχνότητες των ανθρώπων. Είμαστε μια εταιρεία που είμαστε από όλους τους, από τους ανθρώπους, για όλους τους ανθρώπους. Θέλουμε λοιπόν όλοι οι άνθρωποι να αδωνούνται στη συχνότητα της αγάπης, της χαράς, της ειρήνης, της φώτισης, που είναι το ανώτερο που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. И прежде всего, вот сегодняшние частоты, низкие частоты, разрушают нашу психологию, нашу психику и наше соматическое здоровье. А мы компания, которая хочет учить людей жить и отдавать высокие частоты, основывать свою жизнь на любви, на мире, на готовности делать добро. И, конечно, на самых высоких частотах, которые являются духовным просвещением. Θέλουμε λοιπόν να φέρουμε τη συνείδησή μας να δονείται στα 700 Hz, που είναι η συχνότητα της φώτισης. Τότε μόνο θα μπούμε λοιπόν και θα ενεργοποιήσουμε το τσάκρα της κορυφής, το περίφημο Σαχασράρα τσάκρα. Давайте работать на и жить на частоте 700 Hz, чтобы открывали нашу последнюю чакру Сахасрара, которая отдает свет. Отдает свет, добро и любовь во весь мир. Αυτά ακριβώς μαθαίναμε τον κόσμο σαν εταιρεία, στο πέμπτο στοιχείο. Αυτά μας εξηγούσαν οι ψυχολόγοι και οι γιατροί μας, πόσο σημαντικό είναι να δονεί τη συνείδησή μας σε υψηλό επίπεδο. Τότε μόνο ο άνθρωπος καταλαβαίνει την αυτογνωσία και καταλαβαίνει ότι ο μόνος τρόπος για να κάνεις τον καλό σε άλλους ανθρώπους και στους ανθρώπους γύρω σου είναι μέσω της αγάπης και της ειρήνης. Поэтому давайте. Давайте нести полностью нашу миссию. Нашу миссию Data Elis Holding, которая несет добро. Добро в здоровье, добро в благополучие и добро в духовности. Давайте жить на 700 Hz. Давайте жить на высоких частотах. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή ευκαιρία που είχαμε να τα πούμε. Όπως είπαμε λοιπόν, συνεχίζουμε την αποστολή μας χωρίς να ταλαιπωρούμαστε καθόλου. Είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μας και τώρα δίνουμε το λόγο στην αγαπητή μας συντήτρια, στην Τατιάνα Καναπλιού. Благодарим вас, что нас сегодня выслушали. Мы здесь, в Европе и мире, не останавливаемся нести полностью нашу миссию, миссию компании Data Elis Holding.